Шоу каскадеров – это опасное, но завораживающее представление. Трюки за рулем автомобиля от настоящих профессионалов покорят любого зрителя. Шоу каскадеров выступит в челнах с обновленной программой. Опасные маневры, монстр-траки, машины из известных фильмов, автобои – все это можно увидеть не на экране, а прямо перед собой. Один из самых зрелищных номеров – это Бигфут на двухметровых колесах. Основная миссия этой монстр-машины – превращать авто в груду металла. Главными героями шоу станут трансформеры Optimus Prime на базе тягача и Бамблби, превращающийся из легковушки ВАЗ в огромного робота. Это семейное, большое, настоящее, крутое шоу, в котором вы увидите более 40 разных автомобилей. Автомобили-трансформеры в том числе. Вот, Молния Маквин, конечно, и в общем-то, огромнейшая эта программа вообще впервые в этом городе. И это только малая часть шоу, которое пройдет на набережных Челнах с 16 по 19 июня на парковке ТЦ Эссен-65 комплекс. Приобрести билеты можно в ТЦ Sunrise City, проспект Сюмбике, дом 40, на первом этаже центральный вход, а также при входе на шоу.